Да. Так, татуха. Сегодня делаем вот это. Короче, сделал татуху. Все ништяк. И походу уже приехала наша пицца. Ништяк. Короче, набил татуировку и не заснял вам, как отбиваю стенсил. Но ничего, это у нас первая. Сейчас будет точно такая же вторая для еще одной девочки. Вот. И все. И сейчас как сниму, как покажу. Вторая татуировочка набита. Первую в кадр. Оба. Вот такие две штуки. Все, теперь у вас настоящие сестринские татуировки. Да? Да. Да, хорошо. Вот так она все выглядит. Целую кучу уже заготовочек сделал, нарезал. Сейчас будем отбивать кальку. Так, самое время показать, что у нас получилось. Сейчас протрем. Оп. Здесь у нас надеждочка. Руны вот такие вот. И надпись сейчас с этой стороны. Очень необычно, очень креативно. Мне вот понравилось, короче, работать с такими надписями. Очень прикольно. Под черные ногти черного котейку. Вообще смотрится пушечно. Красотуля. Так, и что у нас в продолжении? Солнышко с луной, со звездой. Очень популярный мотив, на самом деле. Ну, прям очень. Кстати, тапки замотал. Все, можно в дождь гулять, уже и обувь сухая будет. Вернемся к татуировке. Прикольная штука. Сейчас заклею супрасорбом. И все, отправлю во свояси. Была у чувака чистая кожа, нет татуировок, захотел, но еще и вот и все, и раз надпись. Короче, она вот так вот пряменько идет. Это еще надо руку правильно выставить. Но, короче, надпись есть. Типа машины и шериф туда-сюда. А на другой руке смайлик. Вот такой. И дата рождения римскими цифрами. Сейчас это все под супрасорб. Все, и пускай идет, заживляется и собирает деньги на следующие татуировки. О как. И чё, новый день. А вчера забыл заснять финальную татуировку, но ничего страшного. Надеюсь, что мы увидим еще этого клиента и обязательно сделаем какой-нибудь такой видосик. Супер-мега здоровая татуировка. Ну, интересно даже, что у меня получится. Одуванчик, с него вылетают всякие такие штуки, переходят в бабочки, будут лепесточки, сердечки. О, обалдеть. Да. Парнишка в вадиках. О, какой. Весь такой. Цвете. Полетим дальше. Надпись у нас вот такая вот, что у нас типа не убивает, делает нас сильнее. И будет у нас она на руке. Вот так вот располагаться. Вот. Видно, как колечко отбили. Все. Приступаем к работе. Иголки. Надо взять иголки. Пам-пам-пам. Во, все. Набил. Татуха у нас выглядит вот так. Да. Один в один. Ништяк. Так, все. Следующий клиент у нас тоже надпись. Но немножечко по-другому. Пидораска вот это вот разрядилась, и вам такие слова, такой видос записывал. Ладно, время теряем, время уже 19:06.
Рабочий день продолжаем. И что у нас? У нас вот надпись. Здесь релакс написано. Вторая надпись. Очень красивые маленькие буковки. Там кошлюха сидит. Вот. Пантерка, ягуарка, тигр. Не знаю, кто-то из этих кошатников. Кто знает, напишите, пожалуйста. Потом делаем рыбок. Тут даже с цветочками они будут. Рыбки с цветами. О, и заканчиваем такой милотой. Хотя нет, обманываю, не заканчиваем, а продолжаем и потом делать что? Правильно, рефреш, поправочку старой татуировки, которая у нас... Не, ну зажило все хорошо, но здесь провалилось буквально, наверное, две линии. Да. Так, все. Лепим. Себя красивого заснять. Ой, ой. Ладненько, все. Рабочее место собрано, клиент на месте. Блин, какая классная татуха. Повесили? Хорошо. Давай, ключи. Спасибо. Ключи с единорожкой. Я тебе ставил там презент в холодильнике. А, мне презент в холодильнике? Ништяк. Да. Мой дед говорил, если презент нельзя выпить, это херовый презент. Ну, там хороший. Хорошие люди с хорошими презентами. Так, вернемся к татуировкам. О, КТ. КТ готово. Надпись тоже вот такая. Вот, и вот такая надпись тоже готова. Релакс. Думал, Rolex, а тут релакс. Ну, но кошечка, полянь, какая кошечка. Ой, вообще. Так, промежуток что, какой у нас? Это набили, это не набили, это не набили. Руку не прокорректировали, так что продолжаем. Сейчас заклею это супрасорбом. Ну и что, продолжение смотрим дальше. Так, все целиком. Но сначала вот эти. Фу-фу-фу. Рыбы, короче. И вот эта штука. Сансет. Наркомания такая поплывшая. Так, пройдемся. Вот эта вот маленькая татуировка. Раз. Два. КТ. Три. Рыбы. Четыре. Там у них на плавничке получается цветочки. И вот это пятая татуировка. И плюс рефреш. Turn around, please. Хе-хе. Вот. Бабочки. Все под пленкой. Можно уже лапать руками. Говорить до свидания и идти домой. Кушать, наконец-то. Ха-ха-ха. С розочек начинаем. А мы начинаем вот такую вот татуировку. Сейчас пол ноги закрасим. Будет охуеть, какая красота. Извините за маты, просто, но сдержаться не могу. Будет реально очень-очень красиво. Все. Все собрано. Сейчас перчаточки наденем и будем работать. Че, ребятулечки, вот такой у нас чудо-зверь. Белый не докидали до конца, потому что клиентка уже заканчивается. Морально, физически. Болит ее очень, короче, понимаете ли. Ну и чё? И на следующий раз нам останется немножко белого. Белый. Белый везде белый. Так вот, накидаем белого. Пройдемся по розочкам. Посмотрим, в каком они состоянии будут после заживления. Подкрасим ушки, рожки. И, может, добавим что-нибудь еще на этой ножке. Вот. Бэкграунд, может быть, какой-нибудь дым кинем. Не, ну в целом, я доволен сегодняшним результатом. Такой олень серьезно смотрит на нас. Вот, точно, еще в глаза надо белый будет добавить. Ребята, короче, стоят на берегу моря. И тут у них дерево сверху. И там дальше какие-то острова. Вот они вот все тут бандой тусуются, короче. Ништяк. Надо, наверное, больше делать таких проектов, пробовать себя в этом всем деле, миксить, добавлять цвета. А вот смотришь, и прикольно, что получится. Так, что у нас сегодня? У нас сегодня в работе вот такая вот большая татуировка, но мы ее целиком не будем трогать. Мы сегодня исправляем бабочку, докидываем сюда цвет, выравниваем линии, то есть они ровные, но
уже старые поплывшие, так что мы их просто-напросто обновляем, делаем красивыми, кидаем цвет вовнутрь и добавляем вот такую вот штуку. Надеюсь, в будущем у нас будет проект на всю спину, но сегодня вот это и вот это. И что, ребятулечки, вот она бабочка, которую мы обновили, штука вот эту вот, которую набили, побрили полголовы практически, ну, шею целиком. Так вот, в будущем будет вот здесь что-то, но это в будущем. Сегодня у нас работа вот с этой штукой готова, с бабочкой, обновлением ее тоже готова. Все, вот эту штуку мы уже перенесли сюда, и выглядит оно у нас вот так, Винни-Пух. Такой пострадавший немножко после войны. У него отгрызено одно ухо полностью, второе только наполовину. Вот, так что... Чё? Ещё звёздочки у него на полотенце. Мальчишки и девчонки, его, смотрите, какая штука у нас получилась. Винни-Пух сидит такой, балдеет. Дата, все дела, все как надо. Что, ребятки, сегодня делал? Татуху делал. Вот такую вот татуху. Соединял старую, не мою, и вот свою. Не закончил. Дикая собака, горы там туда-сюда, лес, жижа вокруг. Не доделал, потому что, ну, большая как бы. И вдобавок ко всему, раздражение у чувака жесткое, короче, больно ему. Бедный чуть не плачет, но оставим это все дело на следующий раз. Доделаем красоту, накидаем белого. И я вам все обязательно засниму, покажу. А вы мне там лайкосов накидайте. Где? Ну, вот такая вот она сейчас. Точно. В следующий раз, когда я ее доделаю, прикреплю обязательно это видео. И то, что получится. Итак, сегодня у нас в работе такая вот супер крутая большая татуировка. На пол спины идет по позвоночнику. Размер здесь, ребята, в районе 25 сантиметров. Четенькая вообще, супер. Будет она в черном цвете. И погнали.